Надо ли было России вмешиваться в гражданскую войну в Сирии? Надо. Почему надо? Потому что это дружественная страна, которая... наш союзник, которого требуется помогать. Ну, я считаю, что Сирия суверенная страна, поэтому я думаю, что нет. Конечно, не нужно было. России нет, а Путину да. Он добился своего, как я говорю. Несмотря на все, что делается, с ним теперь стали опять считаться. Он стал вхож в те кабинеты, куда он и стремился попасть. Первая причина, потому что так решил наш президент, а я его поддерживаю. Вторая причина, потому что надо показать всему миру наше оружие, и мы его показали. И я вообще-то против того, что мы вывели оттуда войска. А почему вы против? А потому что я считаю, что мы еще там не достигли тех результатов, которые нам обещали. Если вмешались, значит, это кому-то надо было. Россия никогда в стороне не оставалась. Ни в Афганистане, ни в Сирии. Плохо это или хорошо, покажет будущее. Точно так же, как Америка в стороне тоже не остается. Я считаю, что это просто ответный ход. Скорее про геополитические интересы. Здесь однозначно не отвечу. В короткой перспективе, может быть, и нет. А в долгосрочной, может быть, и да. Не надо было этого делать. Ну, потому что, с одной стороны, конечно, Россия преследовала свои геополитические интересы, безусловно. И мы уже не раз пользовались... Ну, вводили войска, много куда вводили войска. Мы и во Вьетнаме были, мы и в Афганистане были, мы и в Египте были, и много где мы были. Мне кажется, что просто уже пора немножко переходить от военного вмешательства к каким-то более цивилизованным формам, возможно, ну, я не знаю, там, политическим, мирным, ну, переговорным.